Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Ulefone Power Armor 18. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа. Находим и нажимаем на нее, мы можем ее включать и выключать. Если мы зажмем на ней пальчик, то перейдем в настройки точки доступа, выбираем точку доступа Wi-Fi. И здесь мы можем поменять название точки доступа, защиту, мы можем изменить пароль и можем автоматически выключать точку доступа. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.